Анекдот от стоматологов. Если во время чистки зубов у вас пошла кровь, посмотрите на щетку. Может быть, она ранена? А если серьезно, то кровоточивость десен – это явный признак пародонтита – заболевания тканей, окружающих зуб. Некоторые надеются, что все пройдет само собой. Стараются выбрать щетку помягче или чистить зубы менее интенсивно, но от этого становится только хуже, ведь одна из причин возникновения пародонтита – недостаточная гигиена полости рта. При легкой форме пародонтита и гингивите достаточно профессиональной гигиены. В более сложных случаях потребуются специальные анализы и лечение антибиотиками. Для диагностики заболеваний тканей пародонта проводят исследование содержимого пародонтального кармана. Для этого... Это, наверное, одна из самых приятных процедур в кресле у стоматолога. Профессиональная чистка зубов – лучшая профилактика пародонтита. Никаких болезненных ощущений. Рекомендуется всем, даже малышам, раз в полгода. Как бы ловко вы ни управлялись зубной щеткой, только стоматолог сможет очистить зубы от налета в труднодоступных местах, где с помощью специальных насадок, а где зубной нитью. Существуют вощеные нити, существуют невощеные нити. Невощеные очищают лучше, но сложнее ввести межзубной промежуток. Суперфлосс предназначен для использования, когда есть мостовидные протезы, ортодонтические конструкции в полости рта и широкие межзубные промежутки. Зубная нить два раза в день во время чистки зубов. Яблоки, орехи и свежая морковь ежедневно. Такая приятная и простая профилактика пародонтита. Утраченный зуб восстановить будет намного сложнее и дороже.